расколол ей движок, собрал. Ну, такая вот песня с коленвалом получилась. Что он... Вон он. Болтается. Палец вот здесь вот прослаб. И все. И он начал болтаться. Вон он. Вон. Видите, блины. Вот так вот ходят друг от друга. Я зажигание, а оно болтается. И так, вон оно, и так болтается, если вам видно. Вот оно. Так что коленвал у меня был. Да и здесь он еще. Коленвал один, второй, третий, четвертый. Там запчастей валом. Почему и спрашивают, зачем вы столько берете мопедов бэушных? Или старых. Вот. За 500 рублей взял сегодня. Сейчас вот только привез. Пацаны разбирают мои. Да держите. Двухскоростной мопед. Да держи. Будем разбирать движок. Какой там двигатель? Как? S62M. Она здесь прокручивается. Ну держи. Ну, ты держи. Что-то пойдет. На запчасти. Колено, головка, может цилиндр, корзина. Там много чего. Сейчас на рынок пойди. Зажигание 2500 на него. А это вон коммутатор висит. А это за 500 рублей. Валялся. Думаю, заберу. Так, дальше. Мопед. Вот я его собрал. Коленвал по-быстренькому кинул. Сейчас я его заведу. И мы проедемся. А то еду, он дергается, я не пойму, в чем дело. Что ж такое? Думал, со сцеплением что-то. Сейчас чуть-чуть прогреется. Тягу не потерял, скорость тоже не потерял. Далеко не поедем. Он раз сцепление и бросил, и он пошел. Конечно, подшипнички новые. Еще притрутся. Он без сцепления, я еду. Видите? Развернулся. Вот тяга какая. Вот так. Сейчас на мопедик поставим. Так что пацаны мои разбирают. Да, дети мои.
Да, Игорёш, скажи да. Да. Ты не Игорёша. Олеся, заходи домой. Так что, ну такой дырчуганец. Все, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.